А так я просто радуюсь, что у нас действительно самые красивые болельщики. Поэтому нам пока равных альтернативы нет. Всем привет с конкурса «Мисс Спартак 2016». С нами Надя, победительница прошлого конкурса. Сейчас предпоследний конкурс, который называется «Крокодил». Правила очень простые. Отличный конкурс. Мы, правда, болели сразу за двух девушек. Вот сильно расстроишься, если будешь второй? Абсолютно нет. Всем привет, друзья! Мы в Жулин-Жоплин. Здесь проходим финал конкурса «Мисс Спартак 2016». Пройдемте внутрь и посмотрим, что же там происходит. Алексей, здравствуйте еще раз. Да. Видели, может быть, претенденток на звание «Мисс Спартак»? Все, что в интернете. Чем вас можно удивить вот так вот? Шоком их, как говорится, от них всегда отдавало. Поэтому я надеюсь, что все будет приемлемо. Ну, а так я просто радуюсь, что у нас действительно самые красивые болельщики. Поэтому нам пока равных альтернативы нет. Пятое место для вас, это как вот для болельщика со стажем, да, который, в принципе, с командой уже много лет. Пятое место Еврокубки, как вы считаете? Я считаю замечательно, что вошли в Еврокубки. Есть возможность показать себя в Европе. Только не с такими игроками, ряд которых давно должен покинуть Москву. Но, к сожалению, что-то не заладилось. Но поезда ходят, самолеты летают. Возможно, что они сядут и улетят наконец. Я не стал бы менять Оленичева, я всегда об этом говорил. Оленичев должен работать еще хотя бы сезон. Ну, по крайней мере, мы бы увидели, ведь все-таки он сделал практически невозможное. Никто не рассчитывал на игроков, честно. Согласен с вами. Родионов первый, кто сказал об этом. Я к Сереже замечательно отношусь. Я воспринял это честно, с сарказмом. Но когда я понял, что мы можем взять и выиграть 4 игры, Бердыев, я противник его, потому что он высушит игру, он сделает ее не нашей, не спартаковской, не атакующий футбол. Спартаку, я имею в виду официальному, и Федуну везет на нас, наболел, потому что преданий, вернее, но имеет такой потенциал в виде нас болельщиков, нельзя больше занимать место ниже первого. Спасибо большое, Алексей, будем верить, ездить, поддерживать. Спасибо. Это мне было? Нет? Можно расходиться. Все, расходимся. Был придуман конкурс «Мисс Спартак». Это произошло в 2010 году. Девушки, женщины, бабушки, мамы украшают нашу жизнь не только дома, на улице, на работе, но и на стадионе. Соловьеву, Света, давай к нам. Светлана в белом сегодня, что символизирует юность, чистоту и невинность. Дарья Морар. Даша, давай к нам. Агрессивный красный, как говорим мы, цветологи. Таисия. Анна Сиротина. Аня. Никогда не понимал, как девушки могут ходить на таких каблуках. Балахонова Мария. Всем привет с конкурса «Мисс Спартак 2016». С нами Надя, победительница прошлого конкурса. Чем отличается этот конкурс от прошлогоднего? И пару слов по участникам. Никому из участниц я выделять пока не буду. Посмотрим, что будет дальше. Что нужно сделать для того, чтобы стать «Мисс Спартак»? Для того, чтобы стать «Мисс Спартак», нужно искренне любить этот клуб, активно его поддерживать. Что ты пожелаешь нашим конкурсантам? Не волноваться, держаться уверенно, поддерживать любимый клуб. И последний вопрос. На какой сектор у тебя абонемент? 205-й, наверху. Супер, спасибо большое за интервью. Пользуясь случаем, хочу передать привет всем ребятам и поздравить с выходом Еврокубки долгожданным и выходом. Всем законам я снова живой. Я буду вечно молодым, ты вечно пьяным, вечный дым, ты вечный. Вечный сыр, вечно молодой мама, голодный художник, пустые карманы. Гоненые стаканы, вечная память, тем ушедшим слишком рано. Вечная память Сергею Иванову. Мы будем зажигать свечи правом и вечно помнить. Помнить о том, что ходим по краю. И не раз у меня с ним во сне еще летает. Любимая моя, не имею права дадить тебя на жирок.
это Паша Паук. Поддерживает Паук. Этот человек похож на Пашу. Питерскую, за скатанов. Там со ческами. Смотри, как ее обломанули. Пойдем. Да. Короче, Вася сегодня журналист у нас. Типа, понял, он ведущий. Сизый журналист. И Сизый полетел по лагерям. Ну, просто под завязку забить. Не протолкнуться. Свободных мест нет. Одни из самых лучших для меня в тот момент. Это маскот. Расскажи, что ты больше не маскот. Маскот Спартака. Всех интересует, почему вы больше не ходите по стадиону и не заводите своим мячом и щитом трибуны. Я просто, к сожалению, сам даже не понимаю, как произошло. Но так произошло. То есть больше я не... А вы сейчас трезвый, нет? Я в данный момент. Наш Спартак – великий клуб. Это знают все вокруг. И коня! Только Спартак и только победа. Боже, Спартак хранит! Дай ему силу! Что победил во все клубы страны? Боже, Спартак хранит! Светит незнакомый на вокзал. Снова мы оторваны от дома. Спартак, Москва. Наш Спартак – великий клуб, это знают все вокруг. Наш Спартак – великий клуб, это знают все вокруг. И коней мы разобьем, и глазами проливем, с ним на лагерем забьем, и коням пиздец придем. Спартак 2016 поедет на спортволну в этом году, в июне. Заодно посмотрит матчи чемпионата Европы. Возможно, поиграет в футбол. Возможно, познакомится с каким-нибудь горячим испанцем. Я не хочу загадывать, я не знаю будущего. Мы тебя поздравляем! Ну, пятое призовое почетное место! Ура-ура! Ну, а я, со своей стороны, хочу поздравить Светлану Соловьеву с четвертым местом, друзья мои. Света Соловьева, вот так вот. Бронзовые медали и полный мешок подарков мы отправляем тут недалеко. Мария Балахонова! Аня, Таисия. Ну, перед тем, как я оглашу результаты, все-таки, Аня, вот сильно расстроишься, если будешь второй? Абсолютно нет. Что такое? Вы сохраняете олимпийское спокойствие в самых критических ситуациях? Я рада, что я вообще, в принципе, попала к финалу. Но то, что я займу второе место, это будет тоже очень большой радостью. Таисия, что скажете? Это столько бессонных ночей, это столько любви. Спасибо большое, ваши аплодисменты. Таисия Истериховой, которая заняла второе место, друзья мои. Таисия. Как говорим мы, любители скачек, ноздря в ноздрю. Ты набрала 194 очка или балла, говори как хочешь. Таисия 192. Все решило 2 балла, друзья мои. Поаплодируйте, пожалуйста. Павел, Москва. Нет, Паша, иди сюда. Активная
сертификат, букет, мешок с подарками, корону, мисс Спартак 2016. Анне Сиротин вручает мисс Спартак 2015, Надежда Белоусова. Официально объявляется закрытым! Ура! Скажи пару слов о конкурсе, что думаешь? Что думаешь по финалистке, по победительнице? Отличный конкурс. Мы, правда, болели сразу за двух девушек. К сожалению, победительница должна была быть только одна. Хорошо, что такой конкурс есть. Хочется, чтобы, правда, чтобы больше людей приходило на финал, болело, поддерживало. Потому что я думаю, что для девочек это будет очень много значить. Такой вопрос. Смотри, пятое место Спартака с учетом Еврокубков. Как думаешь, нормально для нынешнего положения, для наших красно-белых парней? Либо это не тот результат, который бы хотел? Я вообще не считаю, что надо рассуждать тот результат, не тот результат. У нас есть результат, у нас есть Еврокубки, которые мы можем попасть в Европу. И надо этим просто пользоваться, не думая о том, что могло бы быть, а думать о том, что есть, и гордиться этим. Мы заслуживаем только первых мест, только побед. Все, с вами будем в будущем сезоне видеться, поддерживать Спартак. Да, спасибо тебе большое. Давай, удачи.